Я думаю, Самурай этот момент сказал стоит перед сном, что записать. Сейчас Фамира я живет. настрою все. Коли-тарки, Настройки. сказал самурай. Блять, где? Настройки чата, Самурай диктор. диктор, выкль. Спасибо. Этот момент просто очень нужно запечатлеть. Меня чаем угостили. Мы построили метро. Я надеюсь, я не был слишком громким, когда кашлянул. Я хочу сейчас взять поезд и доехать. Я смогу увидеть. О, вот так вот. Ай, блядь. Я только с работы пришел, я не успел даже поесть, я залетел на сервер, чтобы понаблюдать, как произошло строительство к моему дому железной дороги. Мы вчера фармили буквально весь день, создавали рельсы и железную дорогу, чтобы сегодня ее построить. Но они, видимо, строили без меня, потому что и поезд, собственно, построен, и сама железная дорога. Я вот пришел, они уже запускали его. Куда вы, блядь, поехали? Пиздец, дайте залезть. А, тут рельсы еще. Блядь, кружку толкнул. Где он, блядь? А. Выбью тут бигста. Я еще вчера потыкал и сделал voice chat. Да, блядь, да когда ты сядешь, ёбаный рот. Сделал voice chat на сервак, но, как я вижу по иконкам, сейчас voice только у кота. Ну да, только у кота. Но остальных voice нет. Да что тут происходит? Во, спасибо. А кот рядом со мной сел? Да. Может тоже раздеться. Подожди, мы кого-то потеряли опять. Страна тебя не забудет, но и не вспомнит.
Да, это нюанс мода, нельзя бегать по... Оу! А, нас развернули. А, ага. Понял, нас развернули. Что там происходит? А, у меня... Чё? Сука. Да, блядь! О, я могу смотреть за ним. Оу! Нихуя меня выкинул. Да, с ним еще нужно будет поработать с этим поездом, по всей видимости. Но они сказали, что... Они сделали его пока что для работы, а не для красоты. То есть он был тупо для того, чтобы передвигаться, пока они бурили и создавали железную дорогу. Сука, я увидел, как курица вылетает. Это нам надо. Я наугад просто тыкнул в сундук. Ой, блядь. Не, ну, кстати, на вот такой вот скорости маленькой можно передвигаться по трамвайчику этому, но... Всё, двигайтесь. Я слез? Да. Блять. Что ты делаешь? Зачем, главное? Ебать.
Мне бы. Что такое? Страшные вещи. Я хочу сделать табличку. А, у меня дерево есть полно. Только мне нужно мусор скинуть. Мусор. Мусор, мусор, мусор. Что мне еще не надо? Вот это вот мне нахуй не надо. Вот это вот. Блять, не то делаю. Блять. Вот так вот. Спасибо. Да, но я не успел, ладно. Я хотел написать, давай. Ебать, это шо? Не, на свое законное. А это даже когда я без F5, да? Да, это даже когда без F5. Мне урон наносит. А, вот тут заход. Понял. Я древний, блядь. Я запаркурил. А где они, блядь? Блять, блять. Нахер не хочу, блядь.
Кстати, мы остались вдвоем, у кого есть voice чат. Ага. Воу! Хуйню сделал. Я говорил то, что мы вдвоем остались с voice чатом. Сейчас я просто это еще схема откачал. Так меня должно быть громче слышно. Слушай, можешь это сесть, я сейчас схема откачаю. Там просто вперед нажимаешь, едешь. Я в курсе. А что если на максимум резонанс? Ебать. Это быстро. Не слышу. Я понял, за что он говорит. Но это нужно будет подрочить для, именно мне настройки с 8. Чтобы выехать, да, наверное, максималку поставим. О! Куда меня развернули и зачем? А, кстати, по-моему, через него... Да, я могу через него свободно стрелять. Ну да, его сдергивает, то есть он не успевает читать сервер то, что поезд едет. Поэтому не превышаем. Интересно, комменте он нахуй слит. Вот на этом моменте, видимо, и слетит. Короче, нужно запомнить, колесико вверх — это добавление скорости, колесико вниз — это уменьшение скорости. Ебать, у вас плохое соединение. Сервак не успевает грузить. Меньше скорость. Ебать. Им, оказывается, можно кого-то сбить. Буду знать.
Интересно, я убьюсь об них? Не, ну. Чуть не переехали. Это сильно. Блять, а я вообще, по-моему, толком не пиздел. На видео. Да, а что мне, кстати, написали? Сука. Да. Ну, хай занимается. Так, я поставлю, наверное, видео на загрузку, пока буду есть. Ну и заодно похаваю, блять, заодно посмотрю видосики на ютубе. Видео загрузится. Ну, я, собственно, скину в беседу.